Добрый день. Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, и программа «Однажды». Все мы, конечно же, знаем приветственный жест рукопожатия. Однако немногие задумывались, откуда он появился. На самом деле, у этого жеста давняя история. Манера приветствовать друг друга, демонстрируя открытую ладонь, появилась еще в Древнем Риме. Делалось это, чтобы показать, что у идущего навстречу человека нет никаких дурных помыслов, что он не вооружен, поскольку большинство людей правши, просто при сближении показывает, что рука не вооружена. Однако же, когда римская цивилизация уже подошла к концу и появилось платье с рукавами, этого жеста стало мало, ибо теперь кинжал можно было спрятать в рукаве. Тогда встречающиеся люди пожимали друг другу не ладонь, а запястье, прощупывая рукав, что в нем не скрыт кинжал. И лишь впоследствии этот приветственный жест уже трансформировался в дружеское рукопожатие.